Как определять вероятности спортивных событий лучше букмекеров, понимать настоящую силу команд лучше, чем по турнирной таблице, и при чем тут Месси? В этом видео я расскажу про революционную модель оценки команд по рейтингу Кейна Месси, которая определяет реальную силу клубов лучше букмекеров. Все мы понимаем, что зачастую турнирная таблица может быть обманчива, и полагаться только на нее точно нельзя. Один из вариантов понять настоящую силу команд – использовать спортивную рейтинговую систему по методу Кейна Месси. Автор системы разработал ее еще в 1997 году, когда защищал дипломную работу. Этот метод позволяет оценивать команды через призму соперников, против которых они выступали. Изначально данная система была разработана для спорта в США. Кейн Месси отмечает, что преимуществом компьютерных рейтинговых систем является то, что они могут объективно отслеживать 351 баскетбольную команду уровня колледжа, в то время как опросы людей субъективны и не способны отражать реальную силу команд на таком уровне. Что касается метода Месси, его довольно просто адаптировать к любому виду спорта, например, к футболу. Рейтинг Месси изначально был предназначен для измерения прошедших результатов, и уже после выяснилось, что он подходит для прогнозирования будущих результатов. Главная задача любой компьютерной рейтинговой системы – учесть изменчивость результатов. Команда не всегда будет играть в полную силу. Другие случайные факторы – судейство, отскок мяча и так далее – также могут повлиять на исход игры. И модель должна каким-то образом устранять этот шум, который скрывает истинную силу команды. Для расчета рейтингов Месси используется счет, место проведения и дата каждой игры. При этом не учитываются такие факторы, как погода, болельщики и время матча. Итак, метод рейтингов Месси заключается в том, что он оценивает команды таким образом, чтобы разница между любыми двумя клубами была равна ожидаемому коэффициенту победы между ними с помощью этого уравнения, где Y – это коэффициент выигрыша матча, RA – рейтинг команды А, RB – рейтинг команды Б. Вместо того, чтобы рассказывать, как эта формула в дальнейшем преобразовывается в эту, затем в эту и потом уже в эту, я оставлю ссылку на статью с подробным решением данного уравнения. Также там будет ссылка на сайт, где автоматический рейтинг Месси анализирует тысячи футбольных матчей. Там есть и другие виды спорта, и дальнейшие вставки в этом видео будут как раз оттуда. На этом сайте можно смотреть матчи каждого дня, получать вероятности побед и тоталов даже на матчи, которые состоятся через несколько месяцев, проверять архив прошедших событий и даже симулировать 1, 3, 5 и даже 7 будущих матчей между командами. Ну а мы продолжим на разборе итоговой формулы относительно английской премьер-лиги и оценки сил команд этого турнира по рейтингу Месси. Неудивительно, что в рейтинге Манчестер Сити занимает первое место, намного опережая всех остальных. Но Ливерпуль занимает второе место, в то время как в последние сезоны принято называть Арсенал главным соперником Манчестер Сити. Несмотря на то, что Ливерпуль на данный момент выше Сити в таблице, они все равно вторые, так как у Сити был более сложный календарь, и данный рейтинг это учитывает. То есть, даже если завтра эти команды сыграют между собой, то Манчестер Сити будет фаворитом по рейтингу Месси, несмотря на то, что Ливерпуль выше в таблице и победил в 9 из 10 матчей, а Сити проиграл 4 из последних 10. Потому что рейтинг Месси оценивает и успехи, и календарь, и моменты, как полученные, так и допущенные. Итак, перейдя на сайт рейтинга, я долго изучал метод и использовал формулы рейтинга. Это был не самый лучший игровой день перед международным перерывом. Было не очень много матчей, но я собрал те, где коэффициент в БК сильно отличался от того, что давал рейтинг Месси, и вот что получилось. Сперва я взял несколько матчей из Латинской Америки, и они зашли. Затем я решил попробовать со сборными, и там вышло среднее. Далее я продолжил эксперимент в клубных лигах и словил даже ничью с коэффициентом 3.55, а по рейтингу Месси она котировалась почти в 50% вероятности, что имело невероятный перевес. Вот такое произошло открытие под Новый год. Пользуйтесь данным рейтингом, пишите ваше мнение в комментариях, и как всегда, если тема интересна и видео наберет 100 лайков, я сделаю бесплатного бота под эту стратегию для топ-лиг. Подписывайтесь на этот канал, на телеграм-канал Наставник и никогда не проигрывайте.